Всем привет, с вами Даша. Сегодня новый обзор на канале. И я хочу познакомить вас с интересным проектом. Проект называется Сика. У них будет скоро проходить IDO на платформе Communitas. Это будет уже очень скоро, старт 8 декабря. Сеть Сика DeFi – это протокол ставок на базе искусственного интеллекта, Metaverse, Web3 Games, NFT Minting и чат с искусственным интеллектом, то есть реальный мировой актив. У них есть свой токен. Сика DeFi – это инновационное и управляемое сообществом криптовалюта, целью которой является обеспечение пассивного заработка возможности и способствовать также формированию заинтересованного сообщества. Благодаря своему уникальному механизму «удерживай, чтобы заработать», держатели токенов Сика имеют возможность получать вознаграждение за каждую транзакцию. В частности, 1% каждая транзакция распределяется пропорционально между существующими держателями токенов, что позволяет им пассивно получать доход, просто держать токены Сика в своих кошельках. Вдобавок к распределению среди держателей токенов, 1% от каждой транзакции направляется в пул автоматической ликвидности, при этом повышая ликвидность токена в то же время. Еще 1% выделяется в пул ставок. И это стимулирует дальнейшее участие и вознаграждение держателей токенов, которые активно делают ставки на свои токены. Основная цель токена Сика DeFi – предоставить инвесторам с возможностью пассивного дохода и накопления богатства. Придерживаясь концепции «держать, чтобы заработать», проект стимулирует долгосрочное владение токенов, укрепление лояльности, а также стабильности внутри сообщества. Благодаря своей системе распределения вознаграждений и приверженности ликвидности, Сика DeFi стремится создать устойчивую экосистему, которая приносит пользу всем ее участникам. Итак, первое – это сила Web3. Здесь переосмысление интернет-фабрики Web3 – это не просто еще одно модное слово. Это радикальная трансформация того, как они воспринимают и взаимодействуют с онлайн-платформами. Приверженность Сика DeFi Web3 освещает путь, по которому пользователи, лишенные централизованных оков, могут взаимодействовать, совершать сделки и внедрять инновации. И эта среда предвещает цифровой век собственности, конфиденциальности и расширения прав и возможностей. Далее идет стейкинг DApp. Это больше, чем просто пассивный доход. Здесь ставки Сика DeFi – это не просто стратегия получения дохода. Это глубокое заявление о доверии и союзе и сведением проекта. Их специальное приложение для ставок гарантирует, что каждый держатель токенов чувствует ощутимую выгоду от своей приверженности, вознаграждая их не только финансово, но и усилением их неотъемлемой роли в экосистеме проекта. А также еще они предлагают искусственный интеллект-чат, то есть интеллектуальное взаимодействие на кончиках ваших пальцев, выходящее за рамки стандартов алгоритмов. Искусственный интеллект-чат Сика DeFi предлагает повышенный уровень коммуникации. Он учится, развивается и персонализируется, обеспечивая каждое взаимодействие аутентичным. Этот искусственный интеллект не просто инструмент, а компаньон, который помогает пользователям разобраться с множеством функций проекта и возможностями. Также на этом еще не все, так как предлагается еще Одиссея метавселенной. То есть безграничные возможности ждут в метавселенную Сика DeFi, цифровая вселенная, где реальность и воображение переплетаются. Каждый уголок предлагает новые приключения, взаимодействия и награды. Или вы создаете альянсы, торгуете активами или просто исследуете метавселенную. Здесь обещают опыт, который находит отклик как виртуально, так и ощутимо. Также обмен мостом. Это значит, что лучший децентрализованный механизм обмена в мире, там, где криптоактивов много, гибкость имеет первостепенное значение, поэтому их свап-мост воплощает этот принцип, предлагая пользователям беспрепятственный опыт при обмене своих токенов.
Всего за несколько кликов перемещение активов между блокчейнами, гарантируя, что пользователи смогут использовать каждую возможность. Но на этом еще не все, так как они также предлагают игру ради заработка. Революция в игровой динамике, модель Сикадефи, играя, чтобы заработать, переопределяет игровые парадигмы. То есть игры больше не являются исключительно аллеей для развлечений. Теперь это процветающее предприятие, где вы можете достигать, побеждать, разрабатывать стратегии, также зарабатывать каждое мгновение, проведенное в игре. И это все отражает реальную ценность. Погрузиться можно глубже в Сикадефи, что отличает Сикадефи, так как это целостность, целостный подход. Это не просто платформа, а комплексная экосистема, где каждая функция усиливает другие функции. Постоянное внедрение инноваций и приоритет обратной связи с сообществом Сика – это больше, чем криптопроект. Поэтому можно смело осмелиться предоставить мир, в котором наши онлайн-взаимодействия перегружены с ценностью, целью и потенциалом. Ну и, конечно же, не забываем про социальные сети, так как проект имеет активное сообщество в Twitter, Telegram и Instagram. Присоединившись, всегда можно быть в курсе всех важных новостей и обновлений. Всю подробную информацию о проекте можно найти в описании под видео. На этом мой обзор подошел к концу. Не забудь подписаться на мой канал, пиши комментарии, ставь лайки и увидимся в следующем видео.